Всем привет, ребят, с вами Зорг, и мы продолжаем играть в Mark of the Ninja. Как я и обещал в прошлой серии, я сменил вид, то есть был раньше демон, стал обычным ниндзя. И это меня радует, потому что можно убивать. Как же можно представлять себе игру, если нельзя убивать? Я просто... Убийство намного веселее, именно тем, что как бы стелс-то он отнимает больше времени и как бы не очень так и весело, а вот именно когда играешь с убийством, то вот другое дело. Вы не думайте, что я прям какой-то кровавый маньяк. Как вы можете заметить, что молния как бы меня подсвечивает, и то есть не очень хорошо все получается. То есть меня становится видно. О, наконец-то мы находим чекпоинт. Что это? Вниз упадет, интересно? Нет? Жаль. Так, мы, кстати, находимся в замке, если кто не понял. But do you know what they used to call the ones who got the mark? The Severed. Ой, собака, ой, как я не люблю собак. Фу-фу-фу-фу-фу. Какая гадость. Вроде бы не унюхала. Кто-то надвигается. А именно собачка. Сейчас я свалился. Да заткни ты уже свою собаку, чувак. О, фак, он все-таки нашел меня. Я успел убить собаку, но не успел спасти себя. Какая ирония. Давай. Говорю, я вот просто ненавижу этих собак, потому что с ними тяжело играть. Фак. Спалился. Давай, прыгай вниз. Азай refers to you as the champion. But do you know what they used to call the ones who got the mark? The Severed.
надеюсь, больше никто не придет. Да, слава богу. Слава богу. Так, переключаем на вот это оружие и посмотрим, где же находится место, что ли. Оу, какие цепи, ужас какой. Связи. Так. Давайте вниз спустимся. Вот они, лазеры. Куча лазеров. Ужас. Оу, нет. А давайте сделаем, знаете что? Возьмем вот эту вот вещь под названием Smog Bomb и зарядим. Еще одну, видимо, придется взять. Оу, щит. К сожалению, еще одну мы не сможем взять. Почему же? Ну почему же? Так все плохо. Karajan must have lost his mind if he thinks this crate is set up to keep him safe. Ну, чтобы без палива все это сделать, просто возьмем и замочим его. И смотрите, какое волшебство и магия. Мы можем таскать трупы и, оказывается, ломать эти энергетические двигатели и так далее и тому подобное. Я даже не знал, я даже был не в курсе, ребята. Я вот все думал, почему вот нельзя как бы использовать, как бы с трупа собрать вот этот вот, я не знаю, ключ этот, который при помощи которого мы как раз таки и сможем проходить мимо этих сенсоров. Оказывается, надо таскать трупы. Я спрятался. Так, 8 минут. Не забываем комментировать видео. А то без комментариев будет мыло. Смотреть. Я заметил, что нескольких предыдущих моих видео было достаточно уныло, потому что было минимум комментариев. Сейчас я хочу реабилитироваться и как можно больше комментариев запилить. Ну, в смысле, прокомментировать видео, а не молчать, стоять. Сидеть, точнее. Чтоб я стоял. Была полная жесть. Так. Вверх дальше не пойти. Пойдем вниз. Так, давайте глянем, куда нам нужно идти. Опять же, мы в непонятках. По крайней мере, возьмем этот свиток. Кстати, вот то самое место. On a journey along the Silk Road, he met a merchant who promised to restore his youth. Где я не мог никак зайти. Spin tales of the teacups. Я вернулся туда, откуда начинал, можно сказать, потому что
просто без разницы. Может быть, я пошел не в ту сторону просто. Упс. И этого скинем. Мы нашли труп, мы нашли труп. Так, продолжаем идти. Неизведанные места. Даже, честно говоря, на замок-то и не очень так и смахивает. Какой-то завод, а не замок. А, во. Место, где мы можем поменять свои характеристики. Или проапгрейдиться. Но, к сожалению, не особо у меня тут есть что проапгрейдить. Новых масок не открылось. А хотелось бы все-таки. Продолжим, продолжим, продолжим играть. Появилась наша девушка-ниндзя. Так назовем ее. А, надо поднять, поднять вверх. Ну, в смысле, не поднять вверх, а при помощи этой коробки подняться наверх. Оу. Спускаемся вниз. Мочим. Чекпоинт. Отлично. Оу, чуть не упал. Так, я не понял, нам вниз или вверх? Ауч. Больно. Так, сюда. 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 И вверх. Зачем здесь делали, я не понимаю. А, видимо, сейчас как раз таки я воспользуюсь переходом. Так, о, смотрите-ка, рыцари на коне. We're getting close, but there are guards all over the grounds. We should head down to the catacombs. That would be our best shot to get to the key. Ух, успел спрятаться. Я уж испугался прям. Ауч. Давай убивай меня полностью. Ух ты, да тут много. Куча-куча разного народца. А нам честно вверх или вниз? Как обычно, нам ничего не показывается, конечно же, куда нам идти. Но мне кажется, все-таки вверх. Смысл идти вниз, если нам все время все-таки как-то все боссы находятся вверху, а не внизу. О, чувак, выходи, 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 давай, давай, молодец. Ать. У нас курильщик заядлый. Зря-зря ты выкурил труп мира. Ну, выше нам, видимо, не подобраться. Так, тут делать нечего.
тоже. Так. Вырубили собачку. Кстати, мы даже собак-то не убиваем, так что Greenpeace будет рад. Не очень удобно стал наш солдатик. Собачку нашел. Hey, eyes on target. Кстати, люстра стоит наверху. Люблю люстры. Давайте заберемся в самый верх, не будем убивать того солдата. Я добрый. Сравнительно, конечно. Так, тут у нас что-то база какая-то, тарелка. Так, тут у нас лисенок, если его можно, конечно, так назвать. Давай, падай вниз, чувак. Оу, щит! Мочканули его. И этого мочканули, солдатика. Я уже даже не знаю, куда я иду. В эти катакомбы? Непонятно. По-моему, уже назад иду, честное слово. Этого мочканули. Ну, я прям беспощадный убийца какой-то, честно слово. А, давайте спустимся вниз и прирежем ему шейку. Вот это шикарно выглядит, на самом деле, мне нравится. Может, жестоко, конечно, но шикарно. А, ну здесь я был. Здесь я был. Так, давайте глянем снова на карту. Здесь можно еще спуститься вниз, как раз таки в том самом месте, где я проходил до этого. Давайте спустимся вниз, может быть, я все-таки ошибся, и нужно было первоначально спускаться вниз, а не вверх. Так, а сверху-то я все прошел, да? Ну, практически, можно сказать, все. Здесь вот вниз можно пройти. Ну да ладно. Нам, видимо, нужно как раз-таки найти этого чувака. В этом большом замке. И место, где он находится, к сожалению, не указано, как ни странно. Голову с плеч. Воу, ничего себе. Вы посмотрите, какой тут набор-то нехилый. Прям страшно становится. Так, ну давай тогда пройдемся здесь. Вниз.
Так, вниз, говорю. Может, в глубинах все-таки, оказывается, он находится. Какой-то ядовитые пары, видимо. Катакомбы. Прям Хэллоуин какой-то, честное слово. И наша 20-минутка, к сожалению, окончилась. Так что не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Всем удачи, всем пока!